Добрый вечер. А почему петушары? Ты даже не знаешь, кто мы. Мы не познакомились, а ты уже обзываешься. Я в ЧВК записался, а вы... Вагнер? Вагнер? Че, правда прям? Не, не ЧВК правда, а ЧВК Вагнер. А что такое ЧВК правда? Да, естественно. А как ты хотел? Никак. Ну, лучше уже никак. Ты... А где будешь воевать? В Африке? Камбоджа. Или что ты там будешь делать? Может, ты программистом устроился туда? Я знаю ЧВК Редан. Я вроде как на войну собрался. Вроде как все. На войну? Ну, если быть точным. Да. А куда? Ну, я не знаю, куда пошлют и где вообще. А то есть тебе вообще, типа, похуй? Вот куда пошлют? Слышь, брат, я в Чечне воевал во второй компании. Молодец, а за что? За правду? А то, что на эту войну, там вообще никого не убивают. Читачку, а что, они в теннис играют? Нет. Там, конечно, убивают, но... Ты же сказал, что не убивают. Но чуть-чуть. Убили и потом восстали. Чуть-чуть. Вот этот очкарь говорит чуть-чуть. Чуть-чуть убивают. Хорош. Блять, я бы тебя поймал бы, сука, в казарме, я бы тебя охуел бы, ёб. В казарме? Да вряд ли, братан. Я Джон Рэмбо всегда смотрел, ёб. Я отступился, я всегда воевал, и вот этого, такого вот, если бы я встретил бы. Не, я бы его, кстати, знаешь, защитил бы, ёб. Ну, слабаков надо защищать. Так, блядь, отпиздил бы или защитил? Или ты меня сначала убил, а потом думаешь, блядь, да его защитить надо было? А по факту, чё ты, биполярочка? Ты много разговариваешь. Так чат-рулетка для этого и создана, чтобы общаться, дружище. Что ты хочешь, чтобы я тебе показал что-то или что? Это я, потому что я... Ты просто легенда, живая легенда. Я на войну иду просто так, я просто... хочу убить там пару человечков хотя бы. Так можешь на войну не обязательно для этого идти? Нет, мне деньги не нужны, мне хочется просто убить. Ну так убей, выйди на улицу. Что тебе? Что тебе мешает сейчас выйти реально из комнаты и кого-то убить? Или ты мусоров боишься? Нет, вы что? Не-не-не, пацаны, вы что? Нет, на войне, да, на войне. А из комнаты это я буду какой-то дебил. На войне не дебил? То есть ты чувствуешь грань, да, какую-то? Естественно, ёпта, бля, а как ты хотел, ёпта? Я что, по-твоему, совсем псих, ёпта? Я не знаю. Не-не-не. Ты совсем не создаешь впечатление психа, братан. Ты вполне адекватный мужик. Мне такое не надо. А вот там, я навоюю, там, бля, хуй знает. Может, и меня в первой атаке погибнут. А куда ты хочешь поехать? Куда? Где убивать? Где ты хочешь умереть? Ой, не знаю, я в ЧВК записался, а вот это мы уже помним. ЧВК не берут. Не, вам не сказали, куда вы едете? Он сказал, ему похуй. Нет, пока что еще я просто в российскую армию записался обратно. Просто знаешь, какой сюр? Мы с Украины, и ты типа к нам хочешь ехать кого-то убивать. Ну и мы типа интересуемся чисто для интереса. А, да я просто не знаю, если честно. Не, у меня жена свинится, так что похуй. Похуй. Вот хочу до тут добраться. И убить ее? Не поверите. Она где? Нет. Она двинется сейчас? Да, она сейчас с Западной Украины. И нет, что, она просто тебя навестись. Не, ну братан, слушай, навестись. До Западной Украины вам пилять и пилять, вы не можете 8 месяцев Бахмут взять. Я туда приду, я сказал, я туда приду, блядь, не ебёт. Нет, ты придёшь, ты придёшь. Тихо-тихо-тихо, не кричи только, тихо-тихо-тихо. Ты придёшь туда максимум ногами своих потомков, на лет через 250. Но придёшь. Ага, ну, твоими молитвами, наверное, да? Я так понял. Наверное. Наверное, ну, я так и понял, да ладно. Да ладно. Но, просто, господи, хватит грубить друг другу, я так считаю. Правильно. Это... Все-таки мы люди все-таки. Мы люди все-таки, а там как карта ляжет. Но не очко обычно губит, а к 11 туз. Да, но это в очко, если играть, нахуй. Не, ну в очко можно и поиграть. Просто, ребят, такая херня. Вот, кстати, знаете, пью только самогон. Я на войну, нахуй, к вам собрались, не
поверите. Не, ну с таким эликсиром вы прям далеко пойдете. Да не, не, я... Нет, я тоже думаю недалеко. Не, не, недалеко. Странно это все, конечно. Давайте, мужики. Не, блядь, сорян, но нет. Давай. Быть добро. Давай. За кого топить хоть? Дай бог, первый день сдохнешь. Я уже 12 дней пью, так что помню. Ну, да. уже, я считаю, прошел ты отбор в чувака Вагна, можно как бы идти. Уже 12 дней это показатель. Ты прошел кастинг. А вот тебе так кажется. Ну, дай бог, дай бог. Ты устал, да? Я смотрю, ребята такие спокойные. Ну, не обзывайтесь хотя бы. Так а что обзываться? Мы ж люди. Ты в чувака записался, тебя жалко. Да. Ну и хрен с ним. Братан, самое главное, знаешь, что выучи? Как в плен правильно сдаваться? А, там есть специальные пунктики. Ну, ты, кстати, не ржи, вдруг реально пригодится. Ну, да он знает. Все, выучи прям, хорошо. От очкарика-то вот услышишь. Ладно. Ну, реально... Братан, смотри, самое главное, что нужно выучить, как в плен правильно сдаваться. Давай, говори. Я тебе говорю, в плен сдаваться нормально научись, и все, по жизни будешь молодцом. Время, блядь, 12 часов. О, да, чего? Ой, каблук. И каблук все, получается. Ты ебал, каблук. Каблук. Жена с Винницы. Пошел. Подожди, у тебя жена в Виннице, кто там пиздит? Любовница? Хорош. Ай, каблучок. Клоц. Все, понятно с тобой. Я думал, ты мужик, блядь. Страшно становится. Так тебе не ЧВК, тебе надо, блин, ЧВК-каблук, блядь, идти. ЧВК-каблук есть такой? Ну ладно, так бывает. Чувак, так не бывает. Ты либо мужик, либо ты под... Продолжайте свои... Либо ты на коне, либо под конем.